Заводы «Красный богатырь» идут навстречу выборам с большими успехами в производстве обуви для населения. На конвейерах галошного цеха уже превышена довоенная выработка. С каждым месяцем цех увеличивает выпуск галош на несколько десятков тысяч пар. С конвейеров завода ежедневно сходит 33 тысячи пар галош. Завод накануне пуска. Завод построен меньше, чем за 2 года. Осваиваются сложные технологии получения резиновых смесей и превращения их в готовые изделия. Молодые прессовщики и вулканизаторы научились управлять новыми агрегатами. Сырая покрышка принимает законченную форму за 25 секунд. Московской марки.